первый раз с далекого детства. Мне было неловко, что я не сказал отчиму всей правды. Я не собирался возвращаться домой с Риштой, но я не мог подвести Хантера. Всем привет, это мой канал Ведьмак, меня зовут Дима, я продолжаю проходить очень классную суперскую игру Metroid 333 Redux. Всем приятного просмотра. Так откуда ты? С Рижской. Я тут челночу помаленьку туда-сюда, покупаю товар. Метро, наверное, повидал, а? Давай, давай, двигай. Ну да. Ближайший базар на следующей станции Зарижской. Там уже большое метро начинается. Я раньше частенько в поле съездил, но теперь туда так просто не попадешь. Нужно или везение, или паспорт гражданина Ганзы. А что так? Ну, Ганза ведь все метро соединяет своим кольцом. И станций у нее куча. Но чужаков там не любят. А если через Ганзу ты не можешь пройти, потому что гражданством не вышел, тогда тебе дорога лежит через красных фашистов или через простых бандитов. А эти ребята в последнее время совсем озверели. Если никого рядом нет, друг другу глотки режут. Что случилось, Петь? У Алексеевской застрял военный караван. Какое-то обрушение туннеля или что-то в этом роде. Так что вам придется ехать по служебному туннелю в обход Алексеевской. Вот дерьмо. Ненавижу этот тоннель. Ладно, Петр, открывай ворота. Не торчать же здесь пожизненно. А что у него такого в этом туннеле? Ну, это вроде как обычный тоннель с виду. Темноватый только. Я в прошлом месяце шел им. И не понравилось мне. Совсем. Ну что, кончился туннель. Поэтому уже очень интересно узнать хочу я. Поосторожней там. Ничего, мы на дрезине, вооружены. Все будет хорошо. Все будет окей. Надо с вами супергерой. Артём. И мы уже, друг. Жака. Так, я готовлю. Все. Проклятие. Голова просто раскалывается. Если поможете качать, доберемся быстрее. Женя, помоги ему. Нам этот тоннель поскорее бы проскочить. Артём, прикрывай тыл. Как будет сделано. Домчим нас до Рижской в 3 секунды. Нам убираться отсюда надо. Давайте побыстрее, а? Мне тут страшно с ними. Страшно и жалко их очень. С кем это? С ними. Ты что, не слышишь, как они плачут? Ты про кого говоришь? Какие они? Да что тут творится такое, а, Борис? Борис! А, что это со мной? Что? Что со мной? Светящий свет. В глазах бьет. Артём! Сюда! Если мы хотим выжить, мы должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой. Куда я попал, а? Здесь Хантер находится, еще какое-то непонятное чудище. Одним махом просто Хантера убиваете или вырубаете, не знаю. Эй, зацепить. По-моему, если не кажется, он не помогает, а? Он не хочет мне причинить зла. Может, так и есть. Только я не вырубился по всех, а? Эллин, если что, я помогу, а? Типа на небо, спасибо ему. Что? Что происходит, а? Ох, ебать, сочи идут. Чёрт! Вставайте! Просыпайтесь, ради бога! Борис! Ачи, Борис! Ай, бесполезно! А, боже, а, стреляй! Стреляй по ним! Я на рычагах! Понял, понял, готов. Очнитесь! Вы
Помогай, помогай, не стой, а. Блин, смотри, уменьте, а. Ух, видно, что увернулся, а. Спасибо тебе, Жак. Возьми мой дробовик. Окей, спасибо тебе, большое очень. Он здесь, кстати. Получите, мужики, ублюдки, блин, я вам живым не дамся. Так, все нормально, не слышу, главное рычаги, на рычагах будь, я прикрою. Ну-ка, кто следующий из вас, а? А вас это лучше, как хрена. Артём! Патроны, береги! Понял, понял, Жак. На помощь, помоги мне! Да помогай, я не ссы, а. Ну, блин, что, мужик или баба, а? А я бы таком ясно бы обосрался, на самом деле, вот такой уродов и чудовищ, мутантов, блин. Мы почти у блокпоста! Понял, понял, поддержусь. Что тут такое произошло? Блокпост! Классное падение, базовый не два раза выстрелил в него, но он не сдох. Наверное, поверил на бой, чтобы он хоть такие такое. Охренеть, сколько их, а? Ёпта, это не время, блин, перезаряться, валить, а? Беги, беги, босс, беги, помогите мне, я живой. Он жив, быстрее сюда. Только не огнелёд, прошу. Дайте ему шанс! Спасибо тебе. Ингу, блин, зовут. Сейчас мы ему строим. Вау, ты это открыл, у тебя классный огнемет, а. Вообще бомба, а. Блин, у пари было. Горячая ночка, а? Пропустить по стаканчику не помешает. Не то слово. Однозначно не помешает. На моем пути Рижская была только первой остановкой. Но дальше я должен был идти один. Перед тем, как расстаться, мы выпили за то, что остались в живых. Говорят, водка делает храбрее. Но мне было все так же страшно. Зато я нашел нового попутчика. Поначалу он мне очень не понравился. Что не лезет, что за новый попутчик? Наверное, скорее всего, поясни не предположу, Бурбон. Знаешь, так пацан голова называется Бурбон. Ладно, мужики, давайте выпьем за нашего Артема, которому ни чудище, ни аномалии ни почем. За Артема! За кого нам пить-то? За тебя только. Так, не обижайся, а? Ты сейчас станешь героем, а я тебе уступлю, так что быть. Черт, если бы не ты, пацан, от нас бы мокрого пятна не осталось. Тебе впору медаль дать. Медали нет, но есть патроны. Держи. Спасибо тебе огромное. За тебя, Артем. За меня. Давай, Тёмка, за тебя. Блин, ты чё, правда непробиваемый для аномалии? Посмотрим, вот непробиваемый ли он для водяр. О, точно, надо проверить. За удачу и за Артёма. Твоё здоровье. За вас, ребята, за всех вас. Спиртяжка, что надо. Где что, а? Что с вами произошло? Тоннели до проспекта Мира закрыты. Значит, на базар мы не попали. Такая скука торчат в этом трущобах, конечно. Короче, мы вроде как прошли сквозь невидимую волну. И отрубились, понятно? В тот самый момент, когда на нас бросилась целая орда носачей. Это Артём нас спас. Все выдержал, остался на ногах. Видно, этот тоннель на него не подействовал. Так что он отстреливался, рался как лев. Черт, не знаю даже, как мы добрались сюда. Я тоже выпью за такого прекрасного пацана. За Артема. Спасибо вам всем, ребята, спасибо. Удачи вам, Жека. Ну, спасибо, береги. Чувак. Береги моего если отца. Ты... Я что, Жек, мне нужно.
Вы грубые будете салоны. У нас на космету заходить? Понял, понял. Полное право свободно передвигаться в метро. Так, ну, так. И пусть я погибну, зато я сам сделал этот выбор. Эй, берите, да? Спасибо. Что ты сейчас сказал? Так, тут тоже больше ничего нету. Да чего, пацаны, держитесь. Спасибо вам всем. Как выжить честному торговцу? Опа, еще. Дай бог, мне очень интересно. Покинь, дружок. Так, 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 так. Пацанчик. Пацанчик. Дорогой пацанчик, не знаю, ты меня ждёшь без понятия, но ладненько. Я пока схожу, поборожу быстренько. Кое-что, что-нибудь переберу, ворожу, значит, зайду. Может, что-нибудь тут найду. Опа. Дмитрий Глуховский, это вот. Дядю в новый раз. Классный автор, реально классный автор. Чуть-чуть, ничего серьезно нету, а. Вот обидно. Жаль, а. Маленько, пацанчики, не времени с вами болтать. Пошел мне. Тут, скорее всего, мы явно, наверное, может быть, найдем, может, найдем что-нибудь покупать. Поверь, ящик-то. Ага, огромчик. Давайте-ка, пойдем дальше. Будем быстренько вооружение. Что-нибудь себе приобретем. Налетай, разбирай. Так, что мне себе приобрести? Возьму я пистол. Любые калибры. Глушитель возьму. Лучшие корсетки, лучшие пушки, лучшие. Блин, все патронов-то мало у меня. Ой, блин. Все, поросите. Как хочешь. Я забыл забрать патроны. Вот дырявая голова. Крутяк. Вы правда прямо на дрезине сюда приехали? Спасибо, вот. Ребята, все забыл, а? Я бы тоже хотел на ней покататься. Отдайте один патрончик, а? Все, я пришел, все нормально. Нужны патроны? Мне тебе пора. Ко мне. Запахло ой, горкой. Мне нужны не ну, патроны. Ладно. Сори, сори. Мне нужен, думаю, наверное, глушитель, что-то там вроде. Ну, что, что хватит, а? Тюнинг. Так, ну это мне не хватает, удлинительный ствол возьмем, глушитель. Думаю, дальше мне очень пригодится. Так как я поставил очень жесткий уровень, мне надо будет стараться, ну, не всегда, конечно, но, ну, много раз вообще пытаться убивать тихо людей. Аккуратненько, теперь все, я пошел дальше. О, может тут что-нибудь найдем. Опа, вот и заметочка наша. Отлично. Почитаем. Рижская у нас ВДХ, жители всегда читали неудачника, что ли. Тут у них свиньи какой-то. Ой, хватит тут. Потечки обнаружатся, то чуваки их на проспекте Мира загуляют и всю выручку пропьют. Хорошие люди в Рижане, не злые, гостеприимные, непутевые, всегда и мы их жалели, всегда над ними посмеивались. Мы то знаем, как надо. У нас на ВДХ все правильно, налажено. И вот впервые завидую Рижской. У них тут мир и покой, и обычная жизнь. Они еще не слышали о черных. И те, кто слышал, поверили. Не поверили. Не поверил. Но если я ничего не смогу сделать, черные сметут эту станцию в одно мгновение. Кончится. Эти все лупчивые, неуклюжие люди. Мирная, несладкая жизнь. Будет кровь, будет пустота. Надо спешить. Надо спешить, время не ждет. Всем удачи вам. Капец, тут много людей. Я пошел спасать мир. Ты Артём? Тебя тут ищет один человек. Вот там, в проулке. Если дашь мне пульку, я тебя к нему отведу. Окей, я не жадный. Спасибо. Пошли со мной. Пошли. Скажи, что-то так на меня и познакомились с Бурбоном. С моим новым подпутчиком. Пацанчик, конечно, мне посмеяться над ним. Угар, а? Честное слово. Так, стой. А, показал, где его патрон нашел. Ты вниз, скорее всего. Погодь, пацанчик, погодь. Опа. Погнали. Так, больше тут ничего нет. Эй, чего ты? Да не остаю, остаю я. Опа, погодь. Опа, все. Вон он сидит.
Ну ладно, мне пора. Пока. Мне тут нельзя отводить взгляд на другие объекты, а чуть человек не договаривается резко обрывать связь. Подойди-ка. Ты Артём, да? Садись. Артём, Артём, я. Ты понимаешь, я Бурбон. Меня Бурбоном зовут, и ты я можешь прав. Звать. Слушай, пацанчик, у меня дельце есть на Сухаревской, а эта грёбаная станция закрыта. Но меня так просто не закрыть, много кто пытался. Короче, тут есть один проход. Местные боятся его использовать, называют проклятым. Но я слышал, что вся эта муть в туннелях на тебя не действует, да? Ну, значит, тебе и проклятый ход нипочем. Короче, помоги мне добраться до Сухаревской, а я тебе калаш за это. Договорились? Ну и ладушки. А это тебе аванс. На дорожку отовариться. Ну чё, готов? Да нечего сидеть в этом навозе. В шей кормить можно и в более гламурных местах. Ха-ха, в шей кормить. Ладненько, пойдём в шей покормим. Так, подожди, пацанчики возьму. Как вкусно, да? Шей захотелось. Так, всё сделано, тут больше ничего нет. Всё, идём. Вот, ты куда пошёл? Я без тебя не пойду. Ага, всё нормально. Идём, бабончик. А тебе погодь? Марья, ладно, идём. Я хотел обыскать места, чтобы подумал, что везде побывал. Это стой. Во, я только что, опа, я заметила. Сердце мертвый груз. Искусство живет вечно. Это точно, подожди, бабульчик, я, кажется, здесь нашел, и, скорее всего, это ключик от него. Ну вот, я был прав. Не знаю, что я тут взял, но что написано тоже Дмитрий Глуховский, правда, очень плохо. Так, по столянчику. Реализация. Ага, затенок. Опа! Патрончики. А, отлично. Пойдем дальше. О, еще патрончики. Зашибись. Получил бы меня, я быстро скажу. Полазил. Поищу. Эй, ты где? А иду я, погодь, а, не кипишу. Все будет окей. Ага, все. Поражение следует. Санька себе был ведьмак, поражение следует. Всем покедова.